Да, почти ничего. Ну, почему же? Биография, в общем-то, путанная и... Да мне не биография нужна. Мне нужны улики, связи, доказательства. Владимир Вячеславович Тихонов. Советский актер театра и кино, сын артистов Ноны Мордюковой и Вячеслава Тихонова, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Журавушка», «О любви», «Русское поле», «Молодые», «Версия полковника Зорина», «Захват» и других. Отец приходил? Приходил. Но это уж не твоя печаль, забота. Моя. Увижу его здесь, убью. Так и передай ему. А ты с меня начинай. Ушел из жизни в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиками. Похоронен на Кунцевском кладбище Москвы. Не сердись, мам. Завтра никуда не пойду. С вечера лягу, вот увидишь.